Ребят, как вы думаете, сколько можно посмотреть машин за один день и не выбрать ни одного? Опять намок, опять скрипит, потертое седло. И ветер холодит былые раны. Куда ж вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по корма? А ну, слушай, а как мы отсюда выезжать будем, а? В коем веке приехали на нормальную локацию, так чтобы не снимать в машине, не из-под руля, а именно хотя бы возле автомобиля или где-то там на фоне. И пошел проливной дождь. Началась такая гроза, светит солнце, а дождь валит. Хороший. Заказ следующий. Hyundai Tucson. Не обязательно на полном приводе, но... желательно на полном приводе. Заказчик у нас не фантазер, у него 9 до 10, нежелательно больше. Вклеится в бюджет на максимально свежую машину с минимальным пробегом. Основное требование — это целый кузов, не битый, не крашеный, потому как против подкрасов особо он ничего не имеет, но если чего-то сильного, то понятно, что она дальше будет ржаветь. Если где-то будут какие-то технические недостатки в виде подтекания масла или чего-то еще, не страшно, это все делается, чинится. Едем в Винницу. Там сконсолидировано больше десятка автомобилей тюксонов. Значит, всех автомобилей я вам не покажу, потому что видео растянется на полдня. Посмотрели мы их очень много. Забегая наперед, я скажу следующую информацию. Порядка 12 автомобилей, или 11, или 12 осмотренных в Виннице, только один был частник. Все остальное — это перекупы. Ну, пока по машине заявлено, что крашено лишь только переднее левое крыло. Ну, и, в принципе, фиксирую факт того, что это действительно так. То есть вот все двери, все проемчики, все у нее ровненько. Единственное, что дядька вот хотел ее перед выездом наполировать в дождь. Но мне так смешно стало, когда он говорит, да то я хотел наполировать. И понял, что тупанул трошку. Крылышко снималось, и в принципе оно уже ремонтировалось. Но оно без толщиномера видно, что оно крашеное. Вот если сюда посмотреть, даже под дождем, вот здесь вот видно, что оно матовое. Но в принципе человек сразу сказал, что крашеное одно крыло. Первая машина — это была именно у собственника этого автомобиля. Машина неплохая, есть у нее там мелкие недочеты, и человек готов был двигаться по цене, но у заказчика не стоит на эту машину, и по глазам человека я вижу, когда оно ему нравится, а когда это, ну, точно не нужно. Я не уверен, что захватит камера, но вот радуга прямо в лесу, прямо возле нас, буквально 20 метров. Прям такая аж веселка-весела. Сейчас я увеличу. Да, чуть-чуть видно. В камеру видно, но в реале и в глазах видно гораздо лучше. А, как заливает, как заливает. Хочу особенно выделить два автомобиля. И один из них был подготовлен настолько классно, что заказчик говорит, если бы мне не показали эти тонкости, я бы забрал эту машину, потому что я в нее влюбился. Ситуация следующая. В этом автомобиле поменено уже все, что только можно. Дверные уплотнители, пластик на порогах, все элементы, которые затираются, они были поставлены новые. То есть машина была подготовлена настолько классно, настолько профессионально.
Я был в восхищении. Значит, тюф у этого автомобиля был. В 16 году или в 17, если мне не изменяет память, у него было пробег 92 тысячи километров. Спустя 4 года у этой машины практически 100 тысяч километров пробега. А тюф ранее, как бы фотографии этих паспортов? Немецкий паспорт? Да. Не, ну, мы поставили его на учет, то есть все. Як давно розмитнювали? До карантину. Ми... Так чи інакше, ви ж документи скидували брокеру? Це не я лично приганяю, це мій товариш показав. Также он позиционировался как не битый и не крашеный. И опять мы имеем в морду влепленный автомобиль, то есть там на капоте было достаточно большое количество шпаклевки. Бампер был покрашенный, были заменены фары обе, правая, левая, они уже стояли тиковские, они стояли не оригинальные. Но все было настолько красиво подготовлено, что человек, который хочет себе автомобиль и живет эмоции, вот это именно то. И те люди, которые готовят автомобили, именно на это они рассчитывают. То есть человек видит классную новую машину. Все вымыто, а днище, ну вот как она снаружи покрашена, так прям снизу оно и зафигачено. То есть с легкими элементами антикоррозии, как это они называют, обработка днища произведена прям по ржавчине. Ну, в общем, машина подготовлена, подготовлена классно, но это конкретный удрач. Имеем следующий экземпляр. Эта машина не подготовлена вообще. Но, судя по тем документам, которые у нее есть, это действительно ее пробег. То есть машина... Я крайне редко сталкиваюсь с автомобилями, которые имеют такой пробег. Но это действительно ее пробег. И по счастливой случайности на нее все тювы есть. И даже самый крайний она еще на техосмотре. В таком состоянии, как она есть, он нам ее отдавал за 9 500 долларов. Он сразу сказал, что парни, хотите берите, не хотите не берите. Она пройдет предпродажную подготовку. И улетит она за 10+, вот просто элементарно. И я ему верю, потому что действительно машина хорошая, она имеет честную историю. Единственное, что осталось, это просто навести легкий марафет. Ну, а дальше все по накатанной схеме. Машина не бита, не крашена. Вася, отвечаю, машина просто огонь, бери и все. А по факту имеем тотальный обман, перекупы, все скручено. Причем ухитряются... Немного позже покажу, на что они ухитряются. Что-то с задними датчиками АБС. Вот. Плюс по рулю, чтобы у него было за 130 тысяч, но как-то рановато. Это не забыл, слышите? Вот, плюс она выпленная сзади. А вы классный, да? Нет. Не, ну я как бы и классный, я на ней езжу, я ей продаю. А я маю на вас. Ні, вона офіційно куплена була в Україні, в Каталогії. Ну я не перший власник. А скільки в неї власник? Пількається два власника. А ви третій? Я ви третій. Ну що, чистенька, кстати. Це вона перша, яка чиста. Ну, то есть объективно. Ну да, да, да. Это со шпатлевкой или нет? Нет, это вот тут уже да. Потому что вот видите, кант неровно выведенный. Угу. Плюс вот здесь вот оно такое. Плюс вот эти элементы, они тоже все крашены. Ну, то такое, ну, да, дело. Да, да. Ориентировочно где-то на 7-м автомобиле у нас уже начал падать энтузиазм, потому что ценник, по которому мы искали, он был достаточно высок. Это, откровенно говоря, цена выше средней. То есть тюксоны со стоимостью 9+, ребят, ну откройте, их дороже десятки в принципе нету. И заказчик задался вопросом, а что бы было, если бы мы искали автомобиль с более нижнего ценового сегмента? Это я к чему все говорю. Если раньше я утверждал, что в нижнем ценовом сегменте действительно сложно найти автомобиль, то сейчас уже ценник средний плюс и выше, автомобиль тоже действительно сложно найти. Его просто готовят лучше, а вы за это платите. И чем лучше его подготовят,
тем дороже стоит автомобиль. Но всегда в этой мутной воде должно быть что-то хорошее. Я это знаю, я это понимаю, поэтому мы искали дальше. Це типа рихтували без покраски, да? Ну, так і воно було, як їли. Ну да, як завжди, то не я. Ну, если заглянуть сюда, смотрите, вот это все по ржавчине покрашено. Ясно. То есть вот там, где не покрашено, вот если заглянуть вот сюда, ну, то оно реально ржавое, там, вижу. Оно реально там ржавое. Ага. Поэтому типа все классно. Только мальчик вроде неплохой, только ссыться и глухой. Обработано. Ну да. Поэтому в связи с этим вопрос. Дальше ее смотрим, не? Нет. Ну то есть тут и суппорта покрашены, и все на свете. Ржавчина закрашена, она мне нужна. А покачайте рулем. Коротко вправо-влево, да. Да, все достаточно. В Винницкой области машины закончились. То есть все тюксоны, которые были, мы просмотрели. Винница, Винницкая область, Бердычев, машин больше нет. Принимаем решение ехать во Львовскую область, но у меня левый шрус хрустит уже больше 2 недель. И ездит у меня в багажнике. Поэтому я понимаю, что если ехать дальше, то... возможно, будет такое, что машина просто встанет и будет беда. Поэтому приняли такое нестандартное решение. В Житомире есть у меня парень хороший, знакомый, который ремонтирует автомобили только Volvo. И мы заехали к нему на экстренную замену шарнира. Пока нам ремонтировали шрус, заказчик слегка поменял приоритеты. То есть у него не было желания рассматривать два цвета. Это темно-зеленый и белый. Вот, ну, вот не хотел он темно-зеленый, особенно белый еще так, но по лицу было понятно, что белый, ну, не хочу белый. И тут он меняет свое решение. Ребята, а поехали мы смотреть в Киев машины. Я говорю, машина дяди, я занимаюсь, но он будет продавать, он хозяин. Вопрос вот он сразу сказал, я не хочу ни с кем общаться, говорит, вот с Мрэом встретились, я все расскажу, все покажу. Машина дяди. А дядя с какого года владеет этим автомобилем? С салона. С какого года? Я просто не знаю, какого года. 2008. Ну, ремни, мне просто смотрите, заезжал на станцию, мерили компрессию, все вот это подтверждали, все это бабушка. На, не знаю, где это. А у нас вот на Пуковском. Да, все подтвердили, все хорошо. Зеленый автомобиль мы оставили. Слишком много там непонятных моментов. И тот пробег, который он заявленный, я не верю в том, что это его пробег. Ну, слишком уж много моментов. Перекрашенный салон, плюс там надо было ремонтировать крыло, заднюю крышку багажника, много всяких поломанных вещей. Это я к тому, что парень позиционирует свой автомобиль. Ну вот, еще пару сотен долларов, и, сука, это самый верх, дороже просто нету. И при этом сделай то, сделай это, сделай и третье. В общем, доделывай там еще много-много-много. В момент, когда мы ожидали, пока приедет продавец на темно-зеленом тюксоне, мимо нас в потоке медленно так проехал, дразня нас, белый тюксон. И заказчик говорит: послушайте, ребята, вы посмотрите, как он классно смотрится. Вот белая машина действительно хороша тогда, когда она чистая. Официальный автомобиль на трейд-ине с родной историей, с чистой и прозрачной, в идеальнейшем состоянии. Ну, по крайней мере, такое мы услышали по телефону, и так было написано в объявлении. По факту, ну, я не знаю, наверное, самый худший автомобиль, который мы видели. Якобы 11-й год. Да.
такими. Шизорами скажет, да? Ну реально дальше кузова, я просто упираюсь пальцем. Он еще и на заклепку. Нет, ну на заклепку-то нормально. Ну, белая краска же это. Не втрачать марно час. Ясно. Ну, то есть он уже луплен. Уже, ну вот, вот здесь тоже видно. Сколько он стоит? 9400. Да, ну 11-й год, да? Да. Нет. Не, поехали. Не, да, можно даже не дальше ехать. Закрывайте. Не могу. Спасибо. Так как у нас табу на белый автомобиль отвалилось, мы выбрали лучший белый автомобиль и поехали посмотреть на него. Парень, который продавал этот автомобиль, он позиционировал себя собственником этого автомобиля, на котором он ездил очень долгое время. Люди, которые любят свой автомобиль, они, как правило, его как-то называют на фразу, что это любимый автомобиль семьи. Оля, наш оператор, спросила, а как зовут этого автомобиля? И вот здесь товарищ просто спалился. То есть она как бы любимая машина. Любимая машина. А как звать? А как зовут? Как зовут любимую машину? Белоснежка. Ладно. Плюс потом униформа товарища, который занимается продажей автомобиля, а 90% выглядят они все одинаково, и повадки у них один и те же, и набор дешевых телефонов, и только один нормальный. Все это говорит о том, что это перекуп. Салон еще не красный. Вообще ничего не красный. Вот это крыло только подкрашивали. Это из того, что из глобального. А в остальном ни по машине, ни по салону ничего не шили, не красили. То есть, ну, такой тушкан, чтобы его найти, еще такого надо постараться. В смысле, вот эти вот вещи, вот это все подкрашено. И подкрашено это недавно. Вот я и спрашиваю, где ее готовили? Ну, так это я когда колодки менял, тогда, ну, все, когда меняли масла, жидкости. Смотрели, я просил, чтобы все. Чтобы что-то, чтобы подкрасить, чтобы. А, ну. Чтобы... Просто тут ржавчина было... есть, и я закрасил. Я просто тому, что вот ржавенькие места. Машина как бы не новая. Не, так вопрос же не в том. А, и крестовина кардана здесь у вас скоро рассыпется. Можете посмотреть, она там люфтит хорошо. Вместо написанного в техпаспорте его имени было написано имя другого человека. А у этого оказалась всего лишь доверенность на право продажи этого автомобиля. Перекупу в руки попала действительно хорошая, классная машина. Он за нее вцепился своими ручонками, и он понял, что это действительно хорошая машина. И она действительно была хорошая. Итак, имеем белоснежку Hyundai Tucson, а именно так вы пишите в комментариях. Машина 2011 года, машина не имеет каких-то технических изъянов. Единственный подкрас, где есть, это заднее левое крыло. По официальной версии это от пистолета, и в принципе место, где есть легкая шпаклевочка, она действительно показывает, что это от заправочного пистолета было сделано. А так вся машина в родине. На машине стоит газ, что очень немаловажное. Черный салон, как хотел заказчик, и полный привод, как было в предпочтении. И еще самое главное, это автомат. А что самое главное, в эту машину он действительно влюбился. Хотя он белый цвет, ну просто не хотел, не рассматривал. Это я к чему все говорю. Когда вектор внимания человека переводишь на другой аспект, то цвет, который был нежелаемым, он становится уже практически любимым. Он хотел темный салон, он хотел автомат, полный привод, газ. И все это он получил в одном автомобиле, который действительно хороший по своему техническому состоянию. Но пересмотрено было пипец сколько этих машин. В заключение хочу сказать, что если автомобиль выглядит хорошо, отлично и достойно, это еще совсем не значит, что это действительно хорошая машина. Это значит, что эту машину хорошо подготовили для того, чтобы вам ее быстрее продать.
Ну а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания «Одинавто». Всем удачи на дорогах, всем пока-пока.